Женщина, ну, она многофункциональна. У меня получается работать, у меня получается ходить там, к психотерапевту, еще какими-то делами своими заниматься, ну, типа, духовно развиваться. И мне хочется заводить какие-то романтические отношения. Это три функции. У мужчин такое ощущение, что только работа. Ну и бухнуть. Ну и бухнуть, да. Ну, там, с пацанами. Это две функции. И все.